сказки давно бродят по свету, и многие из них некогда были реальной историей, которая, передаваясь из уст в уста, изменялась и обрастала новыми, зачастую волшебными подробностями. Так рождались сказки. И вот «Красная шапочка». Какой она была? И кого она на самом деле встретила в темном лесу? Волка ли? А может, волчицу? А если встреча изменила ее? Ведь все, что встречается на нашем пути, меняет нас. И все, что не убивает, делает сильнее.